Вот я провязала 3 ряда по 15 столбиков в каждом ряду. И теперь вот маркер находится у нас сзади. И сзади нам здесь же, получается, из первой петли нужно сделать 2. Поэтому вяжем 1 и 2 столбик из первой петли. Дальше вяжем, можно сложить вот так пополам. И вяжем 1, 2, 3. 4, 5. 5 столбиков провязали по одному из каждой петли. Теперь точно так же, как мы там делали, убавку сделаем. 2 петелечки провяжем вместе один раз. И второй раз сделаем также убавочку. 2 петелечки провяжем вместе. То есть 2 убавки делаем. Дальше провяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. И мы здесь получим... Так, это не провязанное, нет. И мы здесь получим 14 столбиков теперь в этом ряду. Провязали до конца ряда. И теперь нужно провязать 6 рядов по 14 столбиков. В каждом ряду вяжем. И так вот 6 рядов по 14 столбиков провязаны. Дальше теперь мы будем убавлять. Здесь вот сзади маркер у нас расположен, мы здесь и будем убавлять. Вяжем первый, да, убавляем опять же за ниточку. Первый и второй столбики провязываем вместе. Провязали, дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Тринадцать столбиков получили в этом ряду. Следующий ряд опять первую и вторую. Нет, это уже вторая. Первую, вторую, вернее, и первую петелечку. Провязываем вместе. Дальше продолжаем вязать по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Будет 12 столбиков в этом ряду. Следующий ряд опять убавляем. Опять вторую и первую провязываем вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получили 11. Следующий ряд опять убавляем. Опять вторую и первую провязываем вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 10 столбиков в этом ряду. Следующий ряд опять убавляем. Первую, вторую и первую провязываем вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. 9 столбиков получили в этом ряду. И теперь последнюю убавку сделаем. Для этого провяжем первую, вторую и первую снова провяжем вместе, получим 1. Дальше вяжем по одному из каждой петли до конца ряда, будет 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков получили в этом ряду. Вот такая получилась у нас ножка. Вот на этом можно штанишки как бы закончить вязать. Для этого можно вот тут вот сменить нитку на кремовую теперь уже. И поскольку она у меня блондинка, я и сделаю розовые носочки теперь под низ. К этим штанишкам. Вот так вот мы прикладываем вторую нитку рядом с первой. Провяжем основание столбика двумя нитками. Уберем на себя кончик той и
персиковую ниточку, кончик розовый, и дальше продолжим вязать, уже закроем петлю розовой ниткой, отрежем эту ниточку. Заправим эти внутрь, чтобы они нам сейчас не мешали. Продолжим вязать дальше. Провяжем еще один ряд вот до конца, сейчас на 8 столбиков. Следующую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую. Провязали 8 столбиков по одному из каждой петли. Наверное, еще один ряд провяжем, чтобы носочек был повыше. Еще один ряд, 8 столбиков провяжем. И дальше будем вязать стопу, которая вяжется отдельно и потом пришивается. Поэтому мы сейчас вот довязываем второй ряд вот так вот розовеньким. Сюда и последнюю петелечку мы вот так провяжем полустолбиком. Можно еще одну вот так полустолбиком для плавного перехода. Закрепляем нитку и отрезаем ее подлиннее. Мы ею потом пришьем стопу розовенькую сюда. А ну, кроссовки это отдельно вяжется, как бы. Я сейчас покажу, как голую ногу связать. Приблизительно так же вот будет вязаться голая нога, как я сейчас свяжу вот розовый носочек, например. Да, я даже дам пальчики на носочки, пусть будут. Вот, сейчас вяжем, давайте сразу я покажу, как связать носочек, и потом для этого розовую нитку берем, вяжем петлю амигуруми, 6 столбиков, 1, 2, вернее 2, 3, 4, 5, 6 столбиков провязали. Можно ее же оставить как маркер. Теперь вяжем 1 столбик и 2, 2 столбика из первой петли провяжем. Дальше вяжем 1 столбик из одной петли. Дальше снова 2 столбика. 1, 2. Дальше опять 1 столбик провяжем. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Закончим одним столбиком из одной петли. Получим 9 столбиков в этом ряду. Дальше теперь нужно связать. Это вот у нас 2 ряда. Нужно связать еще 7 рядов, но уже по 9 столбиков вяжем. Вот я связала вот такую вот детальку. Получилось вот всего 9 рядов от начала вязания, а так еще 7 рядов. То есть получилась у нас вот такая вот деталька. Можно уже убрать этот маркер, спрятать. Вот, и теперь ее нужно наполнить холофайбером. Холофайбером наполняем только в пятку. Вот так вот захватываем сюда и тянем вниз хорошенько. То есть вот тут вот пяточку наполняем хорошенько холофайбером. Она должна быть кругленькая. Вот пяточка кругленькая должна быть. Дальше вот тут вот чуть-чуть еще можно добавить холофайбера для плавного перехода. Вот, отсюда сюда. Здесь не надо холофайбер добавлять. Мы его там спрятали. Все. Теперь нужно сделать следующим образом. Мы провяжем сейчас вверх 1, 1, 2, 3 воздушных петли. Делаем накид. И теперь вот эту первую пропускаем, а вот эту вторую и вот в эту первую, которая идет дальше, вяжем столбик с накидом. 1. Дальше делаем накид. Следующую петлю и следующую вот с этой стороны тоже насквозь провязываем, но уже вместе с накидом одной петлей. Как столбик без накида провязываем. Дальше вяжем столбик без накида. Продеваем насквозь вот так вот и провязываем столбик без накида. И вот сюда за последнюю зацепляемся полустолбиком. Провязываем 1, 2,
воздушных петли, чтобы закрепить ниточку, и затягиваем ее вот сюда вот внутрь, прячем кончик. Вот такая у нас получилась стопа. Итак, вот она, наша девушка красавица. Из нее маркер можно этот выдернуть здесь, он уже нам не нужен и не важен. А вот ручки нам надо сейчас связать. Давайте начнем вот с этой руки, где и нога. И у нас здесь, мы знаем, 8 столбиков идут вот не провязанных с этой стороны. Но у нас тут еще есть вот этот вот провязанный столбик, как бы высота столбика с этой и с этой стороны. Мы их тоже сюда прибавим, и у нас получится 10 столбиков по кругу. Зацепиться ниточкой лучше вот так вот. Ну, за одну, я думаю, вот так не очень. Хотя можно зацепиться и за одну вот тут вот. За одну ниточку вот эту возьмем, которая между половинками вот этими у нас. Так, закрепим ниточку здесь. И дальше вот теперь вот в эту вот петлю, которая как бы между петлями. Видите, это провязано. И это получается провязано, это между ними вот. За столбик, за основание столбика между петлями. Мы за него провязываем первый столбик. Это будет один. А теперь вот непровязанные столбики пошли. Один, второй. Их должно быть 8. Вот он третий, четвертый, пятый. Вот он шестой, седьмой и восьмой. Вот все петли не провязаны. И вот он остался один вот этот столбик, который между... Это не петля, а вот высота столбика следующего ряда, так сказать. Вот мы в него тоже провязываем, и у нас будет 10 столбиков по кругу. Проложим маркер. Это будет начало ряда. И дальше теперь здесь мы уже не провязываем, а вяжем вот этот первый столбик, который мы провязали вот тут за основание. То есть где у нас вот эти две петельки вот тут провязаны, образовывают первый столбик. И вяжем теперь еще 3 ряда по 10 столбиков в каждом ряду. Вот у нас начинается сейчас первый. Вот я 4 ряда провязала, у нас вот от этой дырочки считаются ряды. Вот получается 1, 2, 3, 4 ряда. Следующий ряд. Продолжаем вязать вот так по одному столбику из каждой петли. Вернее, следующий ряд. Первую петлю и вторую мы провяжем вместе вот так за ниточки тоже. За верхние ниточки, только заднюю стенку петли. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли. У нас будет 9 уже столбиков в этом ряду. Довяжем этот ряд до конца и еще 2 ряда провяжем по 9 столбиков. Вяжем. Вот по 9 столбиков я провязала еще 2 ряда. И получается у меня, вот если рассматривать вот так прямо, от сгиба, вот я, как бы вот эта петля у меня сзади последняя. Первая петля уже уходит вниз под руку. Значит, я провязываю сейчас первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую петли. По одному столбику из каждой петли. А из последней петли, из вот этой, я провяжу 3 столбика. Вяжем 1, 2, 3. Мы делаем расширение на локоть. Поэтому важно, чтобы вот эта вот петля была сзади. За этим нужно следить. Когда будете вязать вторую руку, чтобы у вас локоть не получился впереди. Вот, дальше снова первая петля. Продолжаем уже в эту сторону и вяжем теперь все столбики, весь ряд по одному столбику из каждой петли. У нас будет 11. Так вот, провязали. И теперь следующий ряд. Мы снова вяжем 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 столбиков по одному из каждой петли. И теперь 3 столбика провязываем вместе. 1, 2, 3. Провязали вот так. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли снова 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязали 9-й вот этот вот, что мы собирали все вместе. Из него мы провяжем 2 столбика. 1, 2. Расширим до 10. Дальше продолжаем вязать по одному из каждой петли. Еще один ряд. Десять. Провязали следующий ряд. Мы уже начнем убавлять все время по одному столбику, будем убирать. И убирать мы будем вот тут прямо сразу сначала. То есть это будет у нас вот тут вот внизу, ниже локтя, как бы почти под рукой. Поэтому это нормально не видно. Когда будете вязать вторую руку, учитывайте тоже, с какой стороны вам лучше убавлять. Вяжем 1, 2, вот это 2 вместе я провязала. И теперь у нас уже 9 столбиков будет в этом ряду. За одну ниточку. Сначала вторую, потом первую мы провязали и сделали их 2 вместе. Теперь вяжем вот по одной из каждой петли до конца ряда. Провязали. Следующий ряд снова убавляем. Опять берем вторую и возвращаемся в первую. Захватываем первую. 2 ниточки вместе взяли. Провязываем одной петлей. Дальше следующую петлю вяжем по одному из каждой петли. 2, это уже 3, это 4, это 5, это 6, 7 и 8 столбиков в этом ряду. Следующий ряд снова убавляем. Для этого вяжем снова вторая и первая петелечка. Захватываем, провязываем их вместе и дальше опять вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли. Теперь снова вторая и первая провязываются вместе. И дальше опять продолжаем 2, 3, 4, 5, 6 по одному из каждой петли. И последний раз убавим, снова берем вторую и снова первую маркер, провязываем их вместе и провязываем дальше 2, 3, 4, 5 столбиков у нас в этом ряду. И теперь нужно поменять ниточку. Для этого мы сейчас вот провяжем основание столбика. Лучше двумя нитками. Бежевую берем нитку. Прикладываем ее сюда. Провяжем двумя ниточками вместе основание столбика. Дальше убираем кончик бежевой и персик убираем. Бежевая, кремовая ниточка. Да. И дальше я кистью руки вяжу уже кремового цвета. Я провязала этот столбик. И дальше второй, третий, четвертый, пятый я провязала уже кремовым цветом. Отрезаю кончики этих ниток. Прячу эти концы вниз, чтобы они мне тут не маячили под рукой.
И теперь мы вяжем кисть руки. Кисть руки мы вяжем следующим образом. У нас вот есть локоть, мы его видим, да? Вот, и получается, смотрим, где у нас рука. Ну вот кисть руки может смотреть либо вниз, либо вперед, не назад, конечно же. Вот, поэтому сейчас получается у меня вот эта ниточка, которая вот маркер, разделяющий ряд, он получается внизу. То есть первый столбик для меня является как бы боком ладони. Значит, я здесь могу начать ее формировать. Для этого из первой же петли мне нужно связать два столбика. Один, два. Из первой петли два столбика. Дальше вяжем один столбик из одной петли. Из второй петли тоже один столбик, а из третьей петли снова два столбика. Один, два. Четвертая петля, одному из каждой петли провязали. 7 столбиков теперь у нас в этом ряду. Дальше теперь по 7 столбиков надо связать 3 ряда. То есть мы теперь вяжем по одному столбику из каждой петли еще один, потом второй и третий ряд вяжем. Вот я провязала до конца ряда, маркер у меня получается вот так немножечко ушел назад. Поэтому я провяжу сейчас еще, так это не провязанный, это провязанный столбик. Вот я сейчас провязываю вот эту вот первую петлю еще после маркера, и вот моя ладонь получается вот так вот развернута нормально. И теперь нужно связать 1, 2. Я сделаю 2 столбика. Дальше вот прямо сразу делаю накид и делаю следующие вот так парой, сшиваю их навстречу, столбик с накидом. Теперь делаю еще 2 накида и провязываю сюда еще один столбик. Теперь делаем 1, 2, 3. Опускаемся сюда вниз, вот так зацепимся. Смотрим, когда вяжем это, вот короткие более пальчики, они должны быть как бы внизу, вот от лица, от руки, короткие внизу, более длинные выходим сюда, и указательный палец четвертый, вот он сейчас опять пошел короче. Дальше, поскольку у меня вот эта вот часть руки получается, вот это вот у меня правая рука, теперь еще я вот тут должна связать палец. Вот я сейчас вот тут провязала, зацепилась, получается. Теперь я вот так вот немножечко поверну сюда вперед, вот так захвачу один столбик оттуда. Зацепилась вот так вот вперед, видите, уже впереди как бы вот это вот зацеплено у меня. Столбик вот он, который идет вперед, от бока вперед. Это вот для вот этого большого пальца. И дальше теперь вяжем 1, 2, 3 воздушных петли. Во вторую петлю провязываем полустолбик, как бы возвращаемся раз. В третью петлю снова полустолбик 2. И теперь сюда же, вот где вот это основание столбика, единственное, мы вот развернемся вот так вот и захватимся вот так вниз. То есть в эту же петлю, вот которую у нас вот провязана воздушная петля, мы вот тут в дырочку в эту же заходим. Но опустимся чуть-чуть вот так вниз, чтобы направить сюда вот этот пальчик. Чтобы он у нас не ушел туда-назад, мы его перетягиваем на эту сторону. И тоже провязываем вот так полустолбиком. То есть мы его притягиваем сюда, вперед. Закрепили ниточку и отрезали ее. Вот он получился, этот пальчик. И он у нас, вот видите, перетянулся сюда, вот вперед ладошки. Вот. Теперь вот эту нитку, которая здесь есть, ее нужно просто спрятать внутрь. Чтобы хорошо закрепить вот этот пальчик как надо, нужно вот тут вот так зацепиться. И вот сюда вот этот узел втянуть вниз, откуда мы вот его крепили. Вытянем его сюда и хорошо перетянем. Прям вот нужно хорошо вот так перетянуть, чтобы он туда утонул. Вот видите, вот он теперь ушел, и пальчик наш повернулся как надо, лег вот в эту сторону.
Теперь можно ниточку дальше спрятать сюда. Маркер можно убрать. Вот у нас рука готова. Здесь тоже ниточку можно спрятать, которую мы крепили. Нить. Все, теперь нужно связать вторую руку. Вяжем ее точно так же, как первую, но следим за тем, чтобы у нас локоть был сзади и ладошка была бы повернута в зеркальном отражении. То есть у нас короткие пальчики должны будут с той стороны быть, более длинные сюда, и вот этот палец должен быть будет с этой стороны. Итак, вот мы связали обе руки, и теперь можно наполнить холофайбером. Холофайбером я наполнила вот ногу, подтягиваем холофайбер в колено, подтягиваем вот тут вот, чтобы создать вот этот вот объем. То есть еще правильно нужно, конечно же, распределить холофайбер. На спине тоже вот, ну как бы вздувается пузырь, если его оставить как есть, поэтому вот тут вот со спины вот так вот немножечко перетягиваем в плечи, чтобы вот тут вот на спине не было бугорка, а чтобы была ямочка, прогибчик, чтобы был. Вот. Теперь вот сюда в руку тоже локоть вот тут вот. Его тоже нужно выделить, значит, в него нужно подтянуть холофайбер. То есть теперь вы уже связали. Если вы связали, как я, все, то у вас все правильно, и значит, тогда она у вас вот получится такая, как у меня. Единственное, что нужно правильно распределить холофайбер и разместить его в те точки, где вы хотите, чтобы было покрупнее это место, туда побольше холофайбера, где потоньше, значит, туда холофайбера много не надо.